Всем привет, мои хорошие! У нас сегодня продуктовая закупка. Начинаем считать пакетами. Я очень это люблю. Здесь просто докупили, чего не хватает. Ну и что-то такое вредненькое, как всегда. Дети захотели. Так. Курага. Ну, чипсы, понятно, да, вот эти мы очень любим чипсы. Они прям как ломтики картошечки курага. Масло сливочное. Булочки хотим приготовить. Сыр этот мой любимый сейчас. Именно вот этой фирмы мне нравится. Не знаю, может быть там состав не очень, но он вкусный. Ем его сейчас. Дальше. Средство для мытья посуды. Колбаска. Дальше у нас яблочки и картофель. Вот такая вот покупочка. Так, тут немножко я так сдвину, чтобы лучше можно было наблюдать. Так, и покупка наша вышла 1605 рублей. Кому интересны цены, смотрите в Ростове-на-Дону супермаркет «Пятерочка». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!